свадебные выставки становятся все более креативными. Так, проект «12 невест» в очередной раз удивил зрителей настоящим фэшн-шоу с высокого уровня режиссуры и спецэффектами. 12 команд профессионалов свадебной индустрии работали над полным образом невесты, начиная от продуманного до малейших деталей костюма, заканчивая оформлением приглашений и другой свадебной атрибутики. Каждый раз мы выбираем новую интересную тематику. К четвертому мероприятию мы пришли и решили сделать стихи, потому что нам кажется, что каждая невеста – это буря эмоций, она может быть как ветер, она может быть томной, как закат. И я думаю, что в каждой девушке сочетаются какие-то характеристики природных явлений. А мы каждый год пытаемся что-то новое придумать. В прошлый раз были принцессы, до этого был календарь, сейчас стихии, ну… креативим, как можем, назовем это так. Интересно, возможность показать командам, дать возможность командам придумать, что-то сделать такое, что может удивить зрителя, а заставить его снова прийти к нам, да? И вот стихи нам показал, что это очень классно, плюс еще спецэффекты же можно использовать, там молнии, строба всякие, ну, очень классно. Тематическая свадьба – это красиво и зрелищно, но все складывается из мелочей, точнее сказать, деталей, которые представили участники. Также у гостей была возможность познакомиться с конкурсантами лично, получить персональную консультацию и разобраться в нюансах свадебной моды. Вот данная выставка «12 невест» – она одна из самых топовых выставок в этом году. Здесь принимает участие 12 команд. Мы в одной из команд предоставляем свадебное платье. Трепет, когда мы подбираем то самое свадебное платье, когда девушка начинает плакать, когда ее папа плачет, мама, все плачут, все счастливы. Вот это дарит немыслимые эмоции, и именно это толкает все больше и больше дарить радость невестам. Вообще свадебный процесс – это очень… красивое мероприятие, торжественное. Главная задача визажиста, поскольку невеста нас встречает самыми первыми с утра, это поднять настроение. То есть самое начало – это мы. Это мастер по прическам и визажист. Во-первых, у нас была такая идея, мираж – это что-то такое фантастическое. Да? Вы сами представляете, там раз резко появилось, исчезло. Вот, и платье, соответственно, должно было быть такое воздушное. Была такая задумка, что-то с миражом связанное, там, на фоне жених, о том, что каждая невеста между мечтает выйти замуж, какая-то фантастика, мираж, мы пытались все это передать. Самое главное в нашей команде, что каждый переживал за свое дело, каждый болел своим делом, и за счет того, что вот все было дружно, я думаю, что мы победим. Классические свадьбы постепенно уходят на второй план. Все чаще пары выбирают стилизованные вечеринки в необычных декорациях. Невеста старается создать праздничный образ, наиболее близкий ей по духу, в котором она будет ощущать себя королевой мира. Другими словами, главная тенденция свадебной моды – это создание чего-то личного, особенного и уникального.